Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Команда «Гладиаторы», представляющая Чувашию и Самарской области, не пропускает ни одного фестиваля дружбы народов. Состав каждый год набирают из своих друзей и родных. За 7 лет и сами сыгрались, и соперников изучить успели. Мы каждый год участвуем, поэтому соперники, в принципе, нам знакомы. Но с каждым годом профессионализм видно растет, и в этом году нам посложнее. Спортивный фестиваль, в котором принимают участие представители разных народов, проводится уже в 7-й раз. Зарождался он с товарищеского футбольного матча. Теперь же это крупное соревнование с двумя видами спорта. Участников с каждым годом все больше. В этот раз 10 команд сражались за победу в мини-футболе, еще 6 в волейбольном турнире. Ведь нужно не только петь и плясать или заниматься сохранением традиции языка, культуры. Футбол, спорт – это то, чем занимается молодежь. И наша задача эту молодежь как-то объединить, чтобы у них было желание встречаться. Главная задача наша – показать, что все мы вместе, все мы непобедимы, и наше главное соперничество развивается только на спортивных аренах. Поэтому я надеюсь, что это мероприятие будет только расширяться в части видов спорта, в части участников, и, как всегда, будет самым благожелательным, добродушным из наших физкультурных спортивных мероприятий. В мини-футбольном турнире победу одержала команда «Идель», представляющая татарскую национальную культурную автономию Самары. Главной звездой команды-победительницы стал Андрей Нинашев, забивший ворота соперников сразу 3 гола. Победителем среди волейболистов стала команда «Манас-Ата», представляющая одноименный благотворительный фонд помощи киргизскому народу. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!